Шойня, ну ты ж раньше в детстве ты заикался. Ну да, заикался, ну отстань, чего пристала? Ну мне ж интересно, я ж всю жизнь с тобой живу и не знаю, что ты заикался, никто не рассказывал. Да отстань, мне неприятно рассказывать. Да ну расскажи, расскажи, я ж тебе жена, мы всю жизнь вместе живем. Да ладно, расскажу. В детстве мы с братом, ну, часто в деревню к бабушке ездили. А у бабушки была такая красивая коза, беленькая такая. Ну, мы с братом ходили в конюшню и молоко у нее пили, высасывали так. Подходим и сосем. Ну, через пару лет бабушка решила продать козу. Ну, мы стоим, она ушла, оставила нас с козой-то. А мы стоим, продаем такие, мужик подходит. Почем козел? Что-то у вас задоенный весь. Брат-то у меня вообще разговаривать перестал. Я вот заикался после этого.